Всем привет на канале Влог Художника. Сегодня воскресенье, и значит, я еду на блошинный рынок. Итак, блошинный рынок находится на 25-й стрит между 6-й авеню и Бродвеем. Нам осталось проехать 5 стритов. Такая вот зеленая волна. Можно ехать без остановки. Такая вот церковка. Красивая. Успею, наверное. Проскочил. Надеюсь, не поздно, уже примерно 2 часа дня, и люди потихонечку, наверное, уже собираются. Тем более день такой некомфортный по погоде. И плюс на вечер обещали дождь. Сейчас я еду по 6-й авеню, а справа от меня Бродвей. Вон видно белые уголки палаток. Значит, блошиный рынок еще работает. Здесь он называется фли-маркет. Ну вот он начинается уже отсюда. Раньше вход стоил $1, а сейчас вход бесплатный. Я думаю, что это связано с тем, что продажи из-за коронавируса упали. И это, так скажем, мера стимулирования посетителей. Хотя $1, камон. О, сори. Обязательно пристегнемся. Итак, вот он, блошиный рынок. Вот так вот, немало здесь народу. На входе сразу попросили одеть масочку, но это уже не удивляет. Так, ну что здесь продают? В основном это, ну как и на всех блошиных рынках, старые украшения, книги, музыкальные инструменты, картины, статуэтки. В общем, все то, что осталось с давних времен. О, старые игрушки. Старые фотографии. Вон фотка того, как кого-то завалили.
Картины. Пластинки. Сюда приходят дизайнеры, художники. Даже часы молния советские, по-моему, даже с биркой. Короче, они нулевые. А нет. Тяжки. Немного поздновато я пришел. Hello. Hello. I'm looking for something like gold medallion. 14 carats. The only thing I have is like here left is gold, but badges and different things, but not too much like medallion left. I have these that people put in a holder, but they're gold filled like this, but I don't have any real ones left. These are copies. And they're only $10, but they're not, if they were real, they're $4,000. So, you know what I mean? For the coins, it's like I understand. American coin. But sometimes I get the coins, but they sell pretty quickly. Those are like this is a real big one, so like Найти, конечно, что-то стоящее здесь очень сложно, в отличие от большинных рынков Москвы. Thank you. Oh. А вот это интересно. Is it gold? Yes. But how much on the hourglass? That's $135. Ну, тут даже ничего интересного. Хотя кому как.
Okay. Это серебришка. Вот handmade. Ну вот, собственно говоря, и весь блошиный рынок. Он никак не сравнится с блошиным рынком в Москве, в Измайлово. Достаточно скупо. Я думаю, что по размеру этот блошиный рынок занимает примерно 1/10. Да нет, наверное, даже 1/20 от московского. Собственно говоря, такой вот обзор на блошиный рынок у меня получился. На этом выпуск подошел к концу. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы следить за обновлениями. Ну а я поехал, как всегда, в Two Brothers Pizza. И дальше вниз по Манхэттену домой.